Нихуя, Пук, знаешь, кто меня зарейдил, блядь? А лохи закинь, Хесус. Да Хесуса смотрит 12 тысяч, блядь, лучше бы он мне закинул рейд. Я его тем более рейдил вот недавно, буквально. Пятерка. А, вот вижу, пятерка, да? Вот, вы меня доебывали с пятеркой, давайте я ему рейд закину. Потому что я 50 раз сказал, что я его не знаю, наверное, некрасиво было. Давайте я ему рейд сделаю. Пятерку будет нормально. Мне как раз несколько стримов подряд дрочили с пятеркой и с этим. Поэтому закину ему рейдик, как респектик. Все, господа, всем покусики, всем спасибо. Чмок в пупок каждого. Кто? ДК, знаешь такого? Нет, не знаю, кто это. Ты че, Пук? А нахуй он меня зарейдил, мы с ним ни разу не общался. Добавь меня в друзья ВКонтакте. А сколько? Он мне 2000 зрелов пригнал. Да? Да, Пук, это ДК, он рэпер жесткий. Да? Да, он себе снял, купил MacBook, и почему-то это было интересно в первый день 2 миллионам людей. Он просто снял видео, я купил MacBook. А ты когда такое снимешь? Да, нихуя себе. Ну, если вот он мне каждый день будет рейды кидать, то, конечно, я рано или поздно себе MacBook тоже. Ты думаешь, что от рейдов что-то вообще есть смысл? Да, блин, 2000 зрителей, нихуя себе. ДК, я тебя слушаю. Рэп твой, рэп. Рэп. Капец, это он мне хочет, чтобы мы с ним дружили и хайпили вместе. Капец. Ну, пусть он тебя позовет куда-нибудь. Но я тогда должен новым зрителям рассказать, что у нас тут происходит. Значит, всем привет. Во-первых, меня зовут Суперкот. Мою женщину зовут Леди Баг. У нас тут есть для Шрекса место. Мы вот тут шрекаемся. Да. Тут тоже Шрекс. На лестнице у нас тут тоже Шрекс. Везде Шрекс. Да. Давайте я ему рейд сделаю. Самое главное в жизни — это признание. Да? Ну, в моей. Ладно. Ну, ты, Пук, вот смотри, на Twitch перешел, теперь тебя все знают. Не, ну да, реально, это полезно оказалось.